Оливочка, куда собралась девочка? Кушать будешь, Серушка моя? Ой, восьмерочкой умеешь складываться. 8 марта уже прошло давно. Ну, ты в настроении? Тебе можно подраконить? А, не получится подраконить, она уже меня обнюхала. Не, когда она узнает, она никакой агрессии не проявляет. Поэтому драконить ее бесполезно. Сейчас будем кушать. Вкусняшка, Али. Нюхай. Ага, и ищи теперь. Ну-ка, покажи красивый бросок. Вот так и мимо. Потеряла, там нету, Алива. Солнце ты мое, ты промахнулась, Акелова промахнулся. Все, все твое. Твое, твое, все. Кушай на здоровье. Это у нас заморозка, малыши. Диета. Быстро развернула, сейчас быстро проглотит. Минуты дела. Запихнуться. Ну, в принципе, все. Ну, она пошла, пропихивается. Еще будешь? Давай, давай, догоняй его, убегай. О, как захватила, молодец. Тоже хорошо взялась сразу. Сейчас быстренько заглотит. Для нее это диетическое питание. Ну и два со всех. Совсем крошечный голышек. Да, будешь думать, улетит. Промахнулась. Давай, Лива, догоняй, убегай. Молодец, поймала. Умница. Умница, умница. Сейчас будет перехваты делать, неудачно взялась. Тут корягу отмывать надо. Спряталась. Нычка. Кушай, я же отнимать не буду. Я такое не ем. Вот, быстро развернула. И быстро заглотила. Ну, последнюю вкусняшку сейчас отдам. Догоняй, догоняй, бежит. Молодец. Да что ты его душишь, оно не живое? Говорю, ну убегало, значит живое. Все сходится. Все, в один присест. Ну нам уже таких штук 10 съесть, я просто даю по 4. Чтобы она чаще прогаживалась и чаще можно было с ней погуляться, так сказать.
Иначе чем больше объект, тем дольше переваривает, и тем дольше нельзя брать на ручки. Вон как волна красиво пошла по пищеводу в желудочек, кормовой объект отправился. Олива, а руки есть будешь? Нянь, нянь, шевелятся. Ты чё, дура, хозяйка, совсем сбрендила? Ну, глянь, он отпихивает меня. Иди, иди нафиг, дурочка. Если бы я брала, кстати, руки, в руки кормовые объекты, она бы могла понюхать и ошибиться, в азарте кинуться. Не потому что злая, а потому что руки мышей пахнут. А так как я брала мышку пинцетом, она слышит, что запах руки, то есть ей неинтересно кидаться. Это не является кормовым объектом, поэтому она думает на меня сейчас как на идиотку. Хозяйка с бренди водоклепывается. А сама, скажи, едой не пахнет. Все, кошмарить ребенка не буду. Пусть спокойно переваривает.